готовы к уборке? Готовы. Пошлите. Самарская региональная общественная организация «Содействие благоустройству области «Свежий ветер». Такое длинное название. Суть организации в том, чтобы содействовать всему хорошему в нашем городе, в том числе и проведение субботников, привлечение жителей на выход на субботники. Сегодня мы убираем берег реки Татьянки, совместно с ТОС «Сухая Самарка» мы сотрудничаем, с администрацией Куйбышевского района сотрудничаем. Но сегодня перед началом уборки мы договорились, что не будем собирать листву. Рассказывайте, почему? Мы не собираем листву, потому что листва – это естественный перегной, это удобрение для леса, поэтому листву мы не собираем, грабли мы не используем. Это натуральный продукт, которым, конечно, мы должны оставаться в лесу. Сами понимаете, что чистоту в городе надо наводить. И наводить не только управляющие компании должны этим заниматься, но и люди, потому что в основном мусорим мы сами. Ой, ну что, девчонки, устали? Да. Ну, предлагаю тогда физминутку. Так, ноги шире, 3-4, пошли. Мы собирали. Искать мусор мы устали. Мы немножко отдохнем и опять искать начнем. Нормально, разогрелись? Да. Пошли собирать. Расскажи, пожалуйста, к какой организации пришел на субботник и что, собственно говоря, тебя привело на это мероприятие? Можно сказать, что я пришел сразу от нескольких организаций. Это «Свежий ветер» и «Экогуберния». Что привело на мероприятие, это неравнодушие к чистоте родного города и желание, чтобы он был чище. «Экогуберния» — это инициативная группа людей, которые занимаются продвижением и распространением информации о раздельном сборе мусора. Но я знаю, что у тебя есть даже какой-то проект на эту тему, так ведь? Рассказывай давай. Мы создали карту пунктов раздельного приема вторсырья по Самаре. Теперь каждый житель Самары может зайти на сайт Greenpeace, посмотреть на карте точки, которые находятся рядом с его домом, и уже собирать мусор раздельно. То есть, проще говоря, вы учите людей правильно собирать мусор. Именно так. Собирать раздельно мусор и доносить его до тех мест, где он будет переработан. Ну, я предлагаю тогда тебе этим сейчас и заняться. Вот мешок, давай все разбирать по полочкам. Так, пластик сюда. Пластик, картон. И она же макулатура. Она же бумага. Стекло. Пластика. Куда? Над этим надо хорошенько подумать. Это дерево желаний. Говорят, если завязать веревочку на нем, то желание твое непременно сбудется. Хочу, чтобы в городе стало чисто. Ну и жениха богатого. Какая все-таки красивая природа в Самарской области. Согласитесь со мной? Да, это самая красивая, наверное, область, с которых я вот где была. И Самарская область, Самара, Жигулевские горы. Это самое красивое место в России для меня, так точно. А вот если вспомнить про экологию, насколько запущена экология в нашем городе? Экология очень запущенная, да, мы пытаемся что-то сделать, но это все-таки мало, поскольку очень много мусора, очень много пластика на территории не только города, но и вообще всей Самарской губернии. И это, конечно, опасно для нашей земли, к сожалению. И нам нужно что-то с этим делать и доносить до людей информацию о том, что нельзя так мусорить, и если есть пластик, то его нужно сдавать в переработку, а такая возможность уже есть. Вы чувствуете этот свежий ветер? Если и вы хотите сделать город чище, тогда выезжайте на субботник. Но прежде не забудьте позвонить нам 202 11 22, и большая чистка приедет к вам.